кино. Дети, сегодня я проверяла ваше сочинение на тему «Моя мечта». Вы знаете, я читала и думала, обязательно когда-нибудь наступит такое время, когда все ваши мечты осуществятся. Правда? Все-все. Кроме, конечно, твоей, Вовочка. Вон. Не надо, Валя, я пошутил, а? Пошутил? А, да, я пошутил. Отца Петушкова вызывали? А вот и я. Садитесь. Понял. Я уже вижу, что Петушков ваш сын. Да. Знаете, все время корчит из себя клоуна. Клоуна корчит? Уже? Так. А вот в чем это выражается? Ну как, ну рожи корчит. Корчит рожи? Да. А скажите, пожалуйста, какие рожи? Вот такие вот? Или вот такие? Нет, вот такие вот. Или... Нет, если вот такие вот рожи, как вы показали, это меня просто очень радует. Почему? Я же клоун. У нас семья клоунов. Я клоун, мама клоун, мой папа был клоун. Это такая, знаете, семейная традиция. А пацан все время говорил, я клоуном не буду. Ёлки-палки, я уже стал волноваться, что просто династия прервется. Понимаете, а тут вот... Сейчас, секундочку. Привет, папаша! Послушайте, это школа, а не цирк. Давайте обойдемся без клоунады. Пожалейте учителей. Пожалеть учителей? Пожалуйста. Бедные учителя! Сейчас же! Ой, бедная школа! Ой, бедные школьники! Господи, что вы делаете? Ой, бедная наша среднее образование! Прекратите! Да и сам я бедный.